важное шоу огненное. Мы вроде бы дали ледолочника за большие деньги, чтобы вдвоем поехать на лодке, посмотреть это шоу с воды. Вот люди там сидят в зрительном зале, но говорят, что смотреть надо именно с воды. Вот наша лодка, вот наши спасательные жилеты, да-да-да. И плывем по Гангу. Вот по этому прекрасному Гангу на закате. Мы, кажется, не все поняли. Сейчас пираты пересадят нас на весельную лодку с моторной. Не быстрые лодочки поначалу. Эта сторона Ганга в Варанаси благословенная. А вот та сторона пустая, она не благословенная. Поэтому там ничего не построено, ничего не видно. Пустой песок. Мы тут, по-моему, вообще единственные, кто на велорикше передвигается по Гангу. Все остальные вон чадят дизелями на моторочках. Все на моторочках, а мы за экологию. Мы используем человеческий труд. И не рабский. Мы как следует заплатили за этот аттракцион. Вот на этой сцене через полчаса начнется Ганга-арки. Огненное шоу Пуджа. И смотреть ее надо, говорят, со стороны Ганги, со стороны воды. Потому что все лица будут развернуты именно к Ганге. Поэтому мы и сели сейчас на лодку. И болтаемся на ней по Ганге. Ну, по сути, весь черный из этого сделали туристический аттракцион. Вот это все туристы. Вот туристы плавают, смотрят на сожжение с воды. Это самое место, которое мы днем смотрели, где происходит сожжение. И вечером народу там гораздо больше. Ну и туристы с воды приезжают посмотреть. Долго мы не будем смотреть на это с воды. Днем мы уже это все примерно рассмотрели. Священная река Ган, короче, Варанаси. Это вам все. И развод мостов в Петербурге. Мы купили такую штуку за 200 рублей. Очень дорого, конечно, но мы не стали спорить. И отправили ее по Гангу. На счастье. Как ни странно, все кончилось хорошо. Путешествие на лодке. Мы причалили когда надо, и часто все зашло. Все торопится, спешит, прямо напряжение чувствуется в моем голосе. Ну что-то шоу осталось пару минут. Мы успели, когда вот ребята сзади сказали «Шива-ом». «Шива-ом», да, они сказали «Шива-ом», все нормально, говорят. Беспокойтесь, вы нас не беспокоитесь, что вы такие большие сели перед нами. Ай, 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 ай
Полная луна сегодня. Thank you.